пятый сезон Long Fashion Weekend снова взорвал новостные ленты и соцсети. Новая площадка, элегантный дресс-код, перформансы. Организаторам вновь удалось удивить как обывателей мира моды, так и самых продвинутых. Но все же самое важное, конечно, происходит на дефиле. 16 дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Челябинска и Магнитогорска в модный уикенд представили уникальные, отвечающие сегодняшнему дню коллекции одежды. Гостей показа встретила уже на входе первая коллекция – городской шик с мистическим декором от Анны Милоян из Омска. Открыли показ в органном зале «Родина» девушки, чей аутфит явно не соответствует этому месту. На то и был расчет. Челябинский бренд «На грани» – сочетание актуального стритвира с предметами БДСМ-культуры. Венчает микс тюремные татуировки, аббревиатуры в принте. По-своему подать уличную одежду решился и другой челябинский дизайнер Алексей Небесный, совместив спортивные элементы с деталями, присущими стилю барокко. Не обошлось и без Total Black. Причем обе коллекции исключительно в этом цвете представили санкт-петербургские бренды «Самарис» и «Сатин». И если в «Сатин» авторы благодаря черному предлагают заострить внимание на графике и удлиненных силуэтах, то в «Самарис» это настроение морской строгости и вдумчивое отношение к внешнему виду. Тему повседневной элегантности раскрыли челябинские «Pop and Popple», «Бернини», «Козел», «Катон» и московский дизайнер Эльмира Маркес. Из трендов для этой категории одежды можно выделить свободный крой жакетов, оголенные или асимметричные плечи, легкие ткани и броши. Вечерняя мода проявилась в исполнении челябинского дизайнера Нины Дар и московского бренда «Антарес». Обе коллекции отличала работа с блестящими фактурами и преимущественно длиной макси. Авангард в чистом виде. Под это определение однозначно попали магнитогорская марка «Кози», челябинский «Бэдфорд» и омский «Булева Чураков». Гендерно-нейтральные, с необычным кроем и нарушением пропорций. Такова модная картина дня от российских дизайнеров по версии Long Fashion Weekend.